Татьяна Навка, пожалуйста. Вера, Леша, когда вы исполняли этот номер, мне действительно бежали мурашки по коже, и вы потрясающе вообще выразили эмоции, чувства. Вот я даже жалею сейчас, что поставила 9, должна была 10 поставить, но правда, просто вы первые, простите, пожалуйста. Поддержку Ромы, что это действительно вот так, что когда ты находишься в руках этого мужчины, то за все вот года, которые мы вместе на льду выступали, у меня даже мысли никогда не было, что он может меня уронить. То есть такая опора и надега. Вот, и смотрю и думаю, господи, Рома, как же ты меня потом будешь поднимать? У меня развивается комплекс. Я бы даже сказала, победила женщина. А мне очень понравилась хореография, очень необычная. И ребята исполнили все без малейшей помарки. И я даже и не следила за какими-то ошибками или в чем-то там, какой-то техникой. Просто вот я для себя нарисовала свою какую-то картинку сюжета. Мне очень понравилось. А вот у нас есть в фигурном катании есть была такая пара Торвилл Дин. И у них номера обычно выливались, одно движение перетекало в другое, и это было совершенно непонятно, каким образом они перетекают. Вот сегодня, наверное, можно приблизить этот номер вот, к постановкам Торвилл Дин. Ребята, поздравляю. Просто... Вы одна из моих любимых пар. Я весь танец сидела с улыбкой. Было очень мило, доброе. Я вспомнила деревню, бабушку, дедушку, портрет. Замечательно. Вы сегодня действительно выделились из всех, рискнули. И браво, вы не побоялись, молодцы. У вас очень получилось. Вот.